закончилась эпопея с заменой глушителя. Кино получилось не очень цензурное, поэтому только факты. Еще остатки старого глушителя. Здесь он копать пошло. И уже он умер. Тоже все сгнило, загорела насквозь труба. Шов возле флянца тоже уже прогорел. Банка. Банка тоже еле дышала внутри, почему-то пустая. Не видно ничего, запомните. Лет должно было что-то случиться, ну, как понимаю. Тут копать. Это было время, что оно поджирало масло. Сколько лет хватит, не знаю, но дешево.